если сейчас клуб меня не берет, то у меня второй вариант. Буду проситься на проект обратно, на Дом-2, пытаться построить там все-таки свою любовь, искать мужчину, достойного моего внимания, да, делать пару, делать из этого какую-то красивую историю. У меня есть два варианта сейчас. Потому что многие подписчики хотят, чтобы я вернулась на проект, потому что многие подписчики нравились, как я себя там вела на проекте. А личность я харизматичная, талантливая, и все, у меня зашибись. Контент-мейкер, продюсер, о май гад, бывшая стрипуха. То есть есть над чем работать, так сказать. Вот, поэтому Санька Расторгуев, имей в виду меня. Те, кто не знают, почему я ушла с проекта, потому что умер мой отец. И даже не было роликов, когда я уходила. Потому что Александр, шеф-редактор, относился к с пониманием, отпустил меня. Ну и потом мне там не было очень долго на проекте. Поэтому я, наверное, готова опять вернуться. Вот, опять же таки, предлагайте хорошие условия. Предлагайте мне все самое лучшее. Я вернусь на проект. Хочу построить классную пару. Вот, и, собственно, жить счастливо. Сыграть свадьбу уже на проекте, блядь!